Уважаемые коллеги, добрый день. Напомню, что мы в последнее время многократно обращались к вопросу развития и состояния электросетевого комплекса России. В 2013 году была учреждена компания «Российские сети», и на сегодняшний день эта компания «Россети» – одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Под ее управлением находится свыше 2 миллионов километров линий электропередачи и около 500 000 подстанций. Более 70% электроэнергии, вырабатываемой в стране, передается с помощью Россетей. Ключевая задача компании – проводить единую техническую инвестиционную политику в электросетевом комплексе, обеспечить сопряжение магистральной части и распределительных сетей в общем энергохозяйстве. В конечном итоге организовать надежное и бесперебойное энергоснабжение на всей территории страны. Рассчитываю сегодня услышать, как реализуются наши планы, что делается для улучшения взаимодействия с потребителями, и отдельно просил бы доложить, как решается задача по созданию единого казначейства Россетей. Этот вопрос мы обсуждали на площадке администрации, в правительстве, я знаю, этим занимались. Это механизм этот должен повысить прозрачность финансовых потоков компании, добиться более высокой финансовой устойчивости. А потоки здесь очень большие, они измеряются триллионами рублей. 2 триллиона рублей, там, по-моему, да? Вот. Далее. За последние годы нам удалось значительно упростить подключение предприятий и организаций к технологическим сетям. Благодаря работе в рамках национальной предпринимательской инициативы устранены многие административные барьеры, сокращены сроки присоединения к электроснабжению. Только за последний год в международном рейтинге Всемирного банка по такому параметру, как подключение к системе энергоснабжения, электроснабжения, Россия поднялась на 24 позиции, занимая сегодня 29 место. Безусловно, нужно продолжить эту работу, последовательно улучшать деловой климат в стране, создавать инфраструктурные условия для роста отечественной экономики и социальной сферы. При этом важно обеспечить стыковку региональных планов развития, стратегий крупных потребителей с инвестпрограммами самих сетевых компаний. Вводимые мощности в энергетике, новые энергосети должны быть востребованы. А, к сожалению, нередки случаи, когда потребители не выбирают заявленные мощности. Получается, что инвестиции сделаны в электросетевых компаниях, но не окупаются. Все это создает ограничения для дальнейшего развития сетевого хозяйства. Давайте мы сегодня все эти вопросы обсудим внимательно. Вернемся к тому, о чем мы говорили совсем недавно на наших закрытых встречах. И подумаем, что нужно сделать для улучшения ситуации. Пожалуйста, Новак Александр Валентинович.